Привет. Привет, я говорю по телефону. Ну, перезвони, это важно. Это важно, мне тоже очень важно. Сколько тебе разговаривать? Сейчас пиши, какая разница? Я хочу с тобой пообщаться пару минут. Я не могу сейчас. Ну, это важно. Ну, я не могу. Ну, а мне это важно. Ну и тебе. Мне важно, мой звонок важнее, чем ты хочешь со мной пообщаться. Сколько тебе разговаривать? Долго. Насколько долго? Ну, долго. Блин, что еще могу сказать? Ну, положи трубку, перезвонишь, я серьезно. Я не могу перезвонить сейчас. Почему? Потому что я разговариваю с другой страной. Давай хотя бы запишу твой номер телефона, и мы пообщаемся с тобой. Закрытие, кто за закрытие? Привет. Пока. У меня есть парень. Да, не людей. Ну, в общем, это... Привет. Привет. Постой секунду, пожалуйста. Ну, зеленый не убежит. Да. Прикольно выглядишь. Клёво. Что? Клёво. Ты такая веселая. Смеешься. Спокойная просто. Круто накрашенные губы, мне прям нравится окантовка. Правда? Да. Я все съела уже. Съела? Ноги такие ровные, не то, что у меня какие-то колдобины. И сережки тоже серебристые. Как тебя зовут-то вообще? Как тебя называют? Сая. Саня? Никита. Да можно было по-братски прям так. Да. А что с рюкзаком, а не сумочкой? Обычно все такие ходят прям. Потому что у меня там каблуки и все-все-все. А, вот, ты, по-моему, решила скинуть, короче, переодеться. Да. Прикольно такая. Слушай, хорошо. Давай твой номер запишу, как мы пообщаемся. Просто чайку попьем. А зачем? Слушай, ты очень прикольный и очень приятный человек. Но... Я правда не отвечаю. Нет, если захочешь, возьмешь. Я просто запишу. Я позвоню один раз. Ты знаешь, я послезавтра улетаю и... Вот, завтра встретимся. Когда прилетишь, позвонишь. Давай я сейчас не знаю. Посидим. Сейчас? Сейчас свободно. Блин, у меня просто друзья ждут, я не могу уйти. Блин, я... Выбирай, думай. Блин. Нет. Ну... Как зовут? Никита меня зовут. Никита, очень красивое имя. Блин, у тебя такие волосы крутые, а? Мне прям нравятся. Черные такие. Они на самом деле не черные, они шатенистые. А кто настоящий цвет волос, да? Ты не красилась, ничего. Блин. Такая ты прикольная девушка. Сколько тебе лет-то? Я просто спрашиваю. Забавно ты говоришь. Слушай, здорово. Буквально недавно смотрела какой-то ролик. Ну. А выходят парни, просто попробуй делать так. Парень подходит к любой, там, подходишь и говоришь... Запиши свой номер, даешь телефон ей. А, ну, на. Да-да-да, запиши свой номер. И она берет такая, а зачем? И набирает свой номер просто под гипнозом каким-то. Блин, у тебя кулон такой прикольный, это что? Для чего они? Вот один, там ангелочек такой сидит. Интересно. Похож, кстати, на меня. Это просто, это из Израиля, это из Ватикана, это из Тегерана. Прикинь, офигеть, ты путешественница? Возьми меня с собой, а? Давай. Куда? Поехали. Куда? Вот, допустим, послезавтра у меня билет в Стамбул. Блин, я как раз хотел полететь в Стамбул осенью. Осенью я не могу, у меня работа. Осенью не могу, а кем работаешь? А я так параллельно работаю. Кем? Не скажу кем. Секрет, да? Творческая какая-то хрень. Да. Ты меня узнал? Нет. А что, я должен был узнать, как это известно? Да, я звезда. Медийная личность? Да. Тоже. Мне просто интересно. Ты тоже? А? Ты тоже? Что, я нет. Ты тоже. Нет. Может, я тоже звезда там какой-нибудь. Да. Ладно, давай я запишу твой номер. Правда. Позвоню один раз. Захочешь, возьмешь. Не захочешь, ладно. На. Забавный ты. Давай. Ну, Никит, вот ей-богу, вот не отвечай ни на какие... Ты можешь не отвечать, если не хочешь. Я ж тебя не заставляю. И нет, я такой, прикинь, такой ствол высовывается. Высовывается ствол из пистолета. Ты знаешь, запомни одну вещь. Женщины очень привлекают уверенные мужчины. А я уверенный? Вот. И это здорово, мне нравится. Мне тоже ты нравишься? Но, пожалуйста, запиши мой номер, телефон. Ты точнее, поспорил, свой. Да? Нет. Блин, почему? Если ты поспорил? Ты красивая девушка, что к тебе не подходит? К тебе подходит только на спор, что ли, или что? Ты очень красивый, у тебя браслет такой крутой очень. Ты же так смещаешься. Блин, ну у тебя кольцо. А что кольцо на восклицательном говорю? На указательном. Ну, он такой прям
Мне просто какой-то мальчик сказал, что указательным это как в каком-то из какого-то фильма Джон Траволта. В общем, это круто очень. «Криминальное чтиво» очень, кстати, крутой фильм. Вообще мой любимый. У меня даже дома картина висит. Должна быть, тебе блондинки нравятся. Нет, мне Траволта нравится, как актер просто. Траволта? Но да. Там же не Траволта играет в «Криминальных чтивах». Там играет... Да, а кто же? Ну, я просто мой любимый фильм. Стыдно уже, да? Я вижу, ты покраснела прям. В цвет помады сейчас станешь. Нет, поверь мне, у меня столько слоев грима, что... Ну, давай покраснеть. Вместе посмотрим фильм. Ладно, давай. У меня бешеный молодой человек, с которым мы ругаемся все время, расходимся. Мы просто пообщаемся. Вот опять разошлись, я уверена, он придет. Ну, ладно. Так что? Я просто хочу пообщаться. Да я... Запиши себя сама, да. Ладно, Санечка. Звони только. Блин, ну ты такая прикольная, прям веселая. А, прозвонить тебе? Конечно. А то мало ли. Знаешь, я же так говорю, мне из какого-то салона я записалась. Ну. И у меня какой-то там должок 100 рублей, что ли. Я никак не могу занести мне. И тебе названивают, да? Мне в лом просто заехать туда. Я ей говорю. А ты где сама живешь-то вообще? На Белорусской. На Белорусской? Что-нибудь до Белорусской. А? Какой-нибудь автобус. Все, это ты? Да, 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 я. Я не знаю, я не езжу просто на общественном транспорте. Редко. Понятно. О, да. Ну, да я не. Ладно, Санечка, давай. Все, все. Тебе приятно. У тебя вкусно. Вау. Ладно, давай, пока. Нарочно не... Давай, пока. Блин, короче, парни, это очень круто. Хватит дрочить. Берите за яйца, вот офигенная красивая девушка. Просто подходите и делайте. Берите себя за яйца, мужики. Давай, удачи, давай, вам. Давай чуть-чуть поговорим, просто это действительно интересно, как бы. Давай так, видно? Да, да. Смотри, Никита, скажи, вот, блин, что тебя сподвигло пойти на тренинг, как бы? Что, я решил, что нужно меняться, полностью перезагружаться. Ну смотри, то есть, за сколько, шестидневка, да? То есть, ты чувствуешь результат уже, который есть? Да, я почувствовал результат после 4 дней. То есть смотрите, парни, то есть вот Никитос, несмотря вот из меня, да, такое там, может быть, телосложение, да, но он ебашит, красавчик, сейчас он симпатичный, очень классная девочка, взял номер, ему огромный респект, как бы вообще красавчик, мы очень рады, что мы с ним работаем, Никитос. Все, мой личный распинователь, мой любимый.